Здравствуйте, дорогие друзья, и это Киберпанк. Да, что вы от меня хотите, ублюдки, мать вашу? Вот я постоянно еду и до меня доебываются. Не понимаю, за что, блядь. Ну не горит у меня левый поворотник. И что теперь, блядь? Доебываться теперь постоянно. Так, здравствуйте, с вами дядюшка Розе, и это продолжение Киберпанк 2077. Нравится мне эта игра. Так, что там? Кто там мне пишет? А, это этот, блядь, как его там? Бософил мне пишет. Что ты хочешь? Здравствуй, Ви. Я думаю, Вакака Акадо. Как ты думаешь? Она нас не обманет? А что, она вам уже разонравилась? Что вас в ней смутило? Ее вид говорит сам за себя. Ядовитый паук надела маску милой старушки. Но я не поддался на ее обман. Если бы не ее неприязнь Карасака, она продала бы нас за несколько шариков для ботинков. Но она этого не сделала. Значит, она опасная оппортунистка. Может, она хочет поймать двух зайцев и просто ждет удобного момента. Ви, я в Кабуки. У меня два вопроса. Как можно было назвать эти трущобы Кабуки? Это искусство? Я скоро напишу. Дайте знать, если будет нужна моя помощь. Может, позже я воспользуюсь твоим предложением. Но пока я справляюсь, твое время еще придет. Так, короче, вот этот склад или что это такое. Осталось мне до 15 тысяч добить тут немножко, так сейчас припаркуемся аккуратненько. Беспалевно, главное. Короче, тут задание поступило одно. Интересное. Надо поставить жучок в машину. Заказ. Добро пожаловать в Америку, товарищ. Тип заказа. Диверсия. Цель. Автомобиль Михаила Акулова. Местонахождение. Порт в Кабуки. Описание. Михаил Акулов приехал в Найт-Сити и поднял половину города на уши. Если ты не знаешь, это один из лучших советских фиксеров. Пока что он делает вид, будто хочет заключить тут какую-то маленькую сделку. Но это довольно смешная отговорка для человека, который известен на весь чертов СССР. Он явно приехал сюда играть по-крупному. В чем же заключается игра? Ответ на этот вопрос и хочет получить мой клиент. Его интересует буквально каждый шаг Акулова. Поэтому тебе надо смотаться в порт Кабуки и установить геодатчик в машину нашего гостя. Главное сделать это быстро и тихо. Так, так, сейчас я по бырику пройду все это. Я как геймен. Проникаю незаметно. Так, ищем, ищем. Конечно, надо в мусорнике покопаться. Система охраны, кстати, тут самая крутая. 3А. Типа А-А-А-А. Контроль. Их проберешься. Но... Меня обучали лучшие специалисты проникновения. Пошел нахуй. Да никто. Очередная идиотская рекламная кампания. Че это тут рабочие что-то делают? Это была пиратская врезка. Парень вклинился в эфир вместо других передач. Именно. По-твоему, тихо, это тихо. Что это такое? Точно тебе говорю, чувак. Очередная замаскированная реклама. Сперва привлекут внимание, а потом раскроют. Не верь всему, что показывают по телеку. Бля, это железный дровосек. Он, сука, зрячий нафиг. Раз охранник. Не, ну мы ж сама незаметность.
Ёбаный, ты что? Дровосек. А ну, скушай, говнеца. Ну вообще не беспалевно, просто сама незаметность. Так, вроде вот она. Вижу ее. Отключим камеру. Мы попытаемся убрать вот этого, что рядом с нами стоит. Пойду разберусь. Оп-оп-оп. Ой, а что ж там такое, да? Ай-яй-яй. А тут пиздец пришел тебе. Сейчас мы его спрячем, чтобы никто не нашел. Думаю, тут никто не будет искать. Кроме бомжей. Но их вроде сегодня не видел. Кстати, тактика-то рабочая. Геймен проникновение. Особенно. Главное сзаду. Незаметно. Так, надо оттащить, чтобы никто не нашел. Установили же чё? Ой-ой-ой-ой, нас вроде бы заметили. Так, тихонько. А, он труп увидел. Сейчас мы подождем. Так, как он видит? Я ж ниндзя. Так, тихонечко. Да, ёбаный хер. Ну и дело за малым. По-тихому съебаться. Безупречная работа. Прямо как в кино. Тихо и красиво. Правда, в кино и платят по-другому, но тут уже выбирать не приходится. Заказ закрыт. О, мани, мани, в моем кармане. Отдадим старушенце 15 тысяч. Она нам сольет инфу. Прикольно придумали сделать гантелы в морге. Типа с небольшим намеком. Если будешь много бухать, окажешься. Привет, бести. Я с деньгами. Я готов оплатить заказ. Окей. Сбрось мне данные по Андерсу Хельману. Два, пожалуйста. Освободи место. Садись. Надеюсь, ты его нашла. Такую целеустремленность редко встретишь. Он настолько тебе нужен? Это вопрос жизни и смерти. Этого я тоже давно не слышала. Бутылку оставь. Не стесняйся, можешь угощаться. Твое здоровье. Твое здоровье. Оно тебе понадобится. Спасибо, Никс. Королева по смерти. Кто бы мог подумать? На, держи щепку.
На ней много всего интересного. Посмотрим, что ты нарыла. Этот твой Хельман не проходит ни по одной ведомости. Зато он засветился в секретных файлах Цянти. Это дочка Кантао, китайской корпы. Этакий фиговый листок. Кантао проводит через нее разные деликатные операции. Понимаешь? Он, наверное, работал над чем-то секретным. Теперь его защищают от Арасаки. Ага. От Арасаки или другой корпорации, которой нужно то, что он знает. Это расшифрованный маршрут ближайших конвоев Кантао. Думаешь, в одном из них будет Хельман? Как я пойму, в каком? Вот подробности по этому конвою. Одно Ави, поддержки с земли нет. Накладных на товар тоже нет. Странно. Кантао иногда перевозит грузы без всякой регистрации, если хочет продать что-то из-под полы. Но глянь загруженность, которую вбили в систему. Слишком малый вес. Груза на борту нет. Ха. Зато смотри, какой шикарный список пассажиров. Охрана Кантао плюс какой-то VIP. Угадай, откуда перевозка? Из Цянти. Это Хельман. И это хорошие новости. Сейчас начнется. А что за плохие новости? А плохие новости – их место высадки. Видишь, все это – воздушное пространство Найт-Сити. Понятно. То есть нам тут же отвесит люлей доблестная полиция. А здесь уже слишком близко к Кантао. Стоит нам косо посмотреть на Ави, они сразу отправят своих амбалов. Зато вот тут – равнина Джексона. Узкий коридор между Найт-Сити и территорией Кантао. Сегодня тебе везет. Мертвая зона. Там я его и возьму. Тебе нужен кто-то из местных, чтобы организовать весь движ и подогнать технику. Кто-то из местных? Ты знаешь там наемников? Только одну. Панам Палмер. У нее терки со своим кланом, но она настоящий кочевник и знает те места. Вот она тебе и поможет. У нее не будет выбора. У нее не будет выбора? Звучит не слишком обнадеживающе. Для нас обоих. Ну, за такую цену ничем больше тебя обнадежить не могу. Это мой единственный шанс добраться до Хельмана. Понимаю. Хозяин-барин. Видит, что-то не так. Почему Панам должна мне помочь? Тут какой-то подвох. Большой подвох. Панам иногда перевозит для меня товары. А в последний раз все пошло не по плану. Она прокололась. Мягко говоря, провалила всю операцию. Потеряла товары, машину. Она сделает все, чтобы вернуть груз. Для нее это вопрос чести. Ладно, я могу ей помочь. Но мы же не знаем, где искать. Знаем. Я знаю. Окей, расскажи, что ты знаешь. Под Найт-Сити есть заброшенный город Рокки-Ридж. Панам знает где. Езжай туда и верни товар. Тачку тоже. Сначала, конечно, свяжись с ней. Я пришлю тебе контакты. Да уж, наконец-то. Пойдем уже отсюда. Все ясно. Спасибо. Удачи. Алло. Привет, Панам. Это Ви. Ви? Что за Ви? Откуда у тебя мой номер? От бестии. Круто. Заебись. Во что еще эта старая сука меня втянула? Да забудь ты про бестию. Я хочу тебе помочь. Как мило. Знаешь, ты немного опоздал. Передай бестии, пусть она поцелует меня в задницу. Расскажи это своему психотерапевту. Я звоню насчет твоей машины и товара. Тебе интересно? Или мне тоже тебя в задницу поцеловать? Товарный склад на Бонита-стрит, который на выезде из города. Встретимся там. До встречи. Вот эти технологии будущего, вообще привыкнуть не могу. Исчезающим машинам. Так. С какой стороны мне подойти? Блин. Так, нельзя, а так можно. Так, нельзя, а так. Эй, привет, Панам. Ты Ви? Где моя тачка?
Узнаешь, если согласишься мне помочь. Ха, ну охренеть! Ты условия, что ли, мне будешь ставить? Говори, где машина. Эй, тише. Успокойся. Ты мне не указывай. Хорошо. Смотри, я знаю, где груз и твоя машина. Но в одиночку ты их не вернешь. Все это слишком рискованно. Так что давай договоримся. Чего ты хочешь? Надо поговорить с одним чуваком. Корпораты везут его под охраной. Нет, похищение это не мое. Тем более на разборке с корпоратами нужно куда больше людей и техники. Там только одно ави. Оно будет пролетать над равниной Джексона. Твою ж мать. Поможешь мне? Скажу, где тачка. И помогу вернуть товар. Идет? Ну, не знаю, я... Черт! Ладно, идет. Только у нас ничего не получится, если мы не вернем мой Тортон. Где он? С такой тачкой я могла браться за любые перевозки. А без нее мне только пиццу доставлять. И то. Машина в руки Риджи. Как я понимаю, ты знаешь, где это. Там и твоя тачка, и товар. Нэш, я тебя выебу и высушу, сраный ты мудила. Ну, поехали в Рокки Ридж? Погодь, мне сначала надо подумать. Черт. Да, нам нужна подмога. Завернем по дороге кое-куда. Расскажешь, куда? Секунду, позвоню заказчику. Пусть пока помаринует этого мудилу. Она хочет с ними договориться за спиной у бестий? Смелая девочка. Или тупая, как пробка. Привет, босс. Нэш хочет передать вам груз в Рокки Ридже. Правда, я об этом узнала задним числом. Босс, я с ним разберусь. Только дай мне шанс. Босс, ну ты чё? Сколько я для вас ездила? Хоть раз я облажалась? Я тебе клянусь. После заката? Окей. Нет, встречу не отменяй. Просто не приезжайте, я разберусь. Ты еще спрашиваешь? Само собой. Спасибо, босс. Ты не пожалеешь. Все. Мне дали время. Ну, куда теперь? В лагерь Альдекальда. Надо повидаться кое с кем из моего клана. Да не то чтобы этому рада. Не твое дело. У меня остались там друзья. Ладно, поехали. Садись. А эта тачка откуда? С какой-нибудь парковки на ранчо? Вот именно. Что-то не нравится? Мне? Нет, конечно. Вкус или есть, или его нет. Отъебись. Как тебя вообще угораздило? Цвет понравился. Освежитель и детское кресло шли в довесок. Ты же знаешь, что я не про тачку. А что я должна сказать? Что я хочу пристрелить напарника, который меня наебал и слился? Что моя фиксерша выставила меня дурой? Ты сам-то? На кой черт тебе сдался этот хер из Ави? У него инфа, которая мне нужна, а у меня не так много времени, чтобы ее достать. А чего ж она мне не сказала, что знает про Нэша? Бестия? Вообще без понятия, о чем она думала. Какая же она мерзкая баба. Знаешь что, хер с ней с бестией. Чего ты на ней зациклилась? Очень деньги нужны. Она тебя разводит. В городе и без нее полно фиксеров. Но ты-то пришел, потому что она тебя прислала. Но я-то на ней не зациклился. Ты ее плохо знаешь, серьезно. Она не сказала, что это она свела меня с Нэшем. И почему-то совершенно забыла упомянуть, что он из стилетов. Может, она об этом не знала. Да не смеши меня. Фиксер такого класса знает все. Наверное, даже то, о чем мы сейчас разговариваем. Мы с Нэшем были просто частью ее гребаного плана. Вот и все. Бестия просто сука. Нечего ее оправдывать. Почти приехали. Подберем моих друзей и поедем в Рокки Ридж. Ох ты, кого пыльная буря принесла? Это мираж или у меня белочка начинается? Да идите нахер. Ну-ну. А это кто? Нянька моя. Ви, это Скорпион и Мич. Мои старые друзья. Привет, парни. Здорово. Каким ветром тебя занесло, городская штучка? В городе стало скучновато. Ты вообще представляешь, как старик психанет, когда тебя тут увидит?
Я буквально на минуту. Солу говорить не обязательно. По нам. Время не ждет. Я знаю. Стилеты меня наебали, теперь я хочу наебать их. Но без вас не справлюсь. Поехали со мной. Вчетвером мы их раскатаем. Ты знаешь, мы всегда за тебя, сестра. Но сейчас вообще никак. То есть вы мне не поможете? А, старик сказал нам сидеть тут, пока не вернем в строй генераторы. У них батареи скопытились. Генераторы? Вам какие-то генераторы важнее, чем я? Ты опять прикалываешься? Нам очень нужна помощь. Не в этот раз. Мы нужны клану. Блять, ну пиздец. Вы будете сидеть тут, потому что Сол приказал? А на меня вам насрать? По нам. Это не для Сола, это для клана. Ты же понимаешь. Слушай, из лагеря мы не выйдем, это без шансов. Но про снаряжение Сол ничего не говорил. Ладно, поняла. Тогда я возьму твой карабин. И своего по мелочи. Бери, что хочешь. Только будь осторожна. Да уж, ладно, спасибо. Сейчас грибу снарягу и больше вас доставать не буду. У тебя остался только я. Угу. Ты расстроена? Да нет, скорее разочарована. Ты привела новенького? Сол уже знает? Ага, не твое дело. Можешь помочь? А что внутри? Пара мелочей, которые могут пригодиться. Бери. Отлично, это все. Поехали. Ух, какая женщина. Как она держит этот ствол. Мы с Солом помирились? Ты возвращаешься? А глаза какие голубые. Ну, мне пора. Да-да, вали уже давай. Звони, если что. Присматривай за ней, Ви. Не беспокойтесь, я-то за ней присмотрю там. Кидай в багажник. Ой, не могу, манят ее глаза и все. Вот чернобривые очи украинской девчины. Можем ехать, залезай. Я тепер розумію цих окупантів, які прийшли грязні, вонючі, за нашими дівчатами на українську землю. А ти, похоже, не признаєш авторитетів. Чого? Спочатку бестія, тепер Сол. Він же ваш главарь. Їх главарь. Ти вроді як хотіла свинтити поскорее. Сол, короче, вряд ли мені би обрадувався. Що случилось? Ми переїхали в Каліфорнію тільки тому, що він обіцяв нашому клану переміни. Говорив, що ми почнемо з чистого листа. Сам видел, чем все кончилось. Пары палаток на куче песка. Ну, пиздец, земля обетованная. Я хотела чего-то другого, получше. Сол просто трус. Он скоро похоронит этот клан. Я уверена. Все, мы приехали. Что делаем? Готовимся к встрече со стилетами. Времени в обрез, будем импровизировать. Ну и что я тут забыл? Куда она меня завезла? Подходящие параметры. Мне нужна твоя дверь. Руки Ридж мертвее мертвого. Все поломано, ничего не работает. Ну что, нашел что-нибудь? Тут ничего не работает. Все отключено. Стилеты подъедут только после заката, и тут их будет ждать сюрприз. Надо только подключить. Проверим вон ту подстанцию. Окей. Я нашел выключатели, но питания тут нет! Неважно, спускайся! Я знаю, как удивить этих мразей. Смотри. Перекресток подключен к этой подстанции. Правильно? На крыше распределитель. Если включим... Шенев мерла лукра!
Она самая. Во-первых, мы не знаем, много ли их приедет. Скорее всего, целый табор. Во-вторых, надо будет прорваться к моей машине. Если они собьются в кучу, у нас ничего не выйдет. Тогда устроим на перекрестке маленькое световое шоу. Ага. Вдохнем жизнь в этот пыльный городишко. Пускай поищут, кто это приехал такой изобретательный. Только сперва надо запустить терминал внизу. Без него от распределителя никакого толку. Пошли подключим его к аккумулятору от машины. Живо заработает. Подождешь меня у подстанции, хорошо? Я сейчас пригоню машину. Мне надо показать, какой я сильный, потому что, ну, получаются все шансы. Вот сейчас... Она по-любому увидела мой годами разработанный бургерами зад. Если в обход подрубить к источнику питания, должно сработать. Останется только все раскочегарить. Возьми кабели из багажника. Надеюсь, она понимает, на что я намекаю. Красный подключен. Погоди, надо тут наверху все подрубить. Я хочу. Готово. Теперь минус. Отшарик. Прощай, старушка. Ты нам хорошо послужила. Все, ток есть. Включи питание внутри, там должен быть терминал. А потом бегом на крышу. Без проблем. Я пойду на башню. Оттуда перекресток видно, как на ладони. Как только я подам сигнал, включишь электричество. Ясно? Так точно. Распределитель подключен. Супер. На перекрестке будет весело. А теперь ждем. Не забудь включить питание, как только мы их заметим. Окей. Прикрывай меня на всякий случай. Конечно. На этом и заканчивается наше приключение в Киберпанк 2077. Если тебе понравилось видео, подписывайся на канал, ставь лайки. Только ваши лайки и ваши комментарии помогут моим видео подняться в рейтинг. Всем спасибо за внимание. С вами был Дядька.